Мероприятия по случаю Дня памяти и скорби проходили 22 июня по всей стране. Вечером на площади у кинотеатра «Искра» состоялся концерт с участием творческих коллективов Ленинского городского округа. В этот день мы не забудем то, что сделали наши деды, наши прадеды, то, что они спасли нашу Россию, то, что они ее не превратили в кабалу фашизма. И поэтому я считаю, что каждое поколение должно отдать долг памяти и долг чести. Со сцены прозвучала специально подготовленная программа. Репертуар составляли любимые и знакомые всем песни. Святой день для каждого. У каждого есть личная история, и которая сочетается с историей страны. Мы поем сегодня песни современные, мы вспоминаем лучшие песни великоотечественные. Мы отдаем память всем, кто погиб. Среди зрителей были и те, кто своими глазами видел ужасы военных дней и не может вспоминать о страшных страницах истории нашей страны без слез. Отец погиб на фронте под Харьковом. Ну, а мы переживали и голод, и холод, и все видели. Страшно вспомнить даже. Не могу я вспоминать. В организации концерта принимали участие волонтеры Подмосковья. Как известно, патриотическое воспитание – одно из важнейших направлений в деятельности общественного движения. Каждый раз сердце щемит от того, как тяжело было людям в то время и как они все это переживали. Это очень важно помнить, важно вспоминать такие моменты наших прадедов, дедов, отдавать им честь в этот день и помнить о них всегда. Зрители подпевали артистам и благодарили их за композиции, которые возвращают нас на десятилетия назад, в годы великого мужества советского народа и фронтовых подвигов. Дмитрий Книга, Александр Логинов, Ольга Садовская, «Видное ТВ».